о спорте. Завершился чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юниоров, который принимал Актобе. В командном зачете первое место заняла команда из Караганды. Далее расположились мастера кожаной перчатки из Мангистауской области и города Шымкент. Лучшим боксером признали Бахтияра Анарбаева из Туркестана. Теперь попавшие в призовую тройку спортсмены будут приглашены в национальную сборную. Напомним, что чемпионат страны проводился на базе Актюбинского дворца единоборств с 31 января по 6 февраля. В турнире принимали участие ребята 2005-2006 годов рождения. В общей сложности на ринг вышли более 280 боксеров со всех регионов Казахстана.